Всем привет! Сегодня небольшая прогулка в новом парке, который также находится у меня рядышком с домом. Называется Crystal Palace Park. Почему так называется? Потому что раньше, в 1800, ой, точно не помню году, здесь был построен такой дворец из стекла. Заметно, вон там сфинксы такие стоят, он такой в некоторых местах, этот парк довольно такой тематический, и есть очень интересное место в этом парке. Вот тут в этом парке скульптуры разных динозавров сделаны в разных позах, в разном этом, вон там двое, вот тут какой-то непонятный кто. Вот тоже динозавры стоят, смотрите. И сразу какие-то, типа, доисторические животные какие-то. Их сразу и не заметишь уже. Вот тоже еще один стоит. Динозавры. Тут утки плавают. У них сейчас брачный сезон начинается тоже. Они вон уже себе выбрали пары. И скоро будут потомства у них. Вот такие вот динозавры. Сегодня погода еще такая пасмурная. Всю ночь был дождь. Особенно для детей это интересно. Тут вон сейчас школьники тоже гуляют. Со школы приводят. Показывают, рассказывают им. Ну, интересно так. Познавательно немножко для детей. Да и так, взрослым тоже. Я первый раз об этом парке узнал, когда ехал домой. Вот, и у меня поезд как раз проходит здесь. И вот где поезд идет, с одной стороны, там динозавров этих видно. Я думаю, ух ты, нифига себе. Я не знал, думал, что в этом парке есть такие динозавры. Вот, и думаю, надо будет сходить как-нибудь заснять это дело. Тут вот хорошая точка для съемки этих динозавров. Разные. Вот, а сейчас... Сейчас я покажу. Тут про них написано, что же. Вот какие они тут. Мозазарус, птеродактиль, игуанодон, хилисарус, мегалозарус, телезарус. Ой, каких только нету. Ну вот, мне интересно. В этом плане. Ну, необычно. Не то, что не интересно как, а вот именно, что необычно. Кстати, их покрасили, я так понимаю, наверное, к новому сезону. А то за лето, за зиму они выгорают все, выцветают. Смотрю, немножко их это подкрасили чуть-чуть. О, какие... Типа крокодилы всякие. Вот так, вот они. О, разные. Интересно.